Ну что, Килька не объявился? Как под томатный соус провалился. Погнали его искать. У вас неделя, чтобы вернуть мне 1 400 000. Ты чё натворил? Я больше так не буду, брат. Придется ресторан как бизнес продавать. Сучья потроха! Есть у меня мысль одна. Виктор Андреевич, я за тебя сидел, помнишь? Ну здравствуй, дорогой. Ресторан по понятиям летит в Лондон. Боже мой, как вы похожи на моего босса. Нефтевышку мне на шишку. Заточку мне в почку. Еще раз спасибо, что срок за меня отсидел. Мне ж в тюрьму нельзя, там на подсолнечном масле все готовить. Какая породистая краля. У дочери свадьба через несколько дней. Наша с вами задача – заработать свои деньги. У нас будет здесь свой уголок с русской кухней. А русская кухня? В Роттердам всем вашим кухням, ясно? Роттердам? Оставим это без перевода. И очень вас прошу, ничего не исполняйте. Нет, начинайте отсюда! Раз, не пиляй, Горг! Да ты ж моя золотая. Что вы наделали? Он затрахал княгиню до инфаркта. А вот это по-нашему. Вы с ним похожи, как однояйцевые близнецы. Кощей, у тебя что, одно яйцо?